По статистике, удачным является только каждое десятое самоубийство. Мы прыгаем с мостов, они ставят сетки. Мы травимся лекарствами, они не продают их без рецепта. Мы скрываемся ребенком, а они колят нам антидепрессанты. Идет война, постоянно. Не на жизнь, а на смерть. Че ты ждешь, Сол, достал? Стреляй давай! Нет, в меня сначала! В голову! Пошли покончим с этим. Леску подбей. Хочу умереть. Заходи. У нас есть правило. Перед тем, как умереть, мы исполняем последнее желание. Андрей, я люблю тебя! Она хочет летать. У нас нет завтра, поэтому нам наплевать на сегодня. Короче, ты не можешь просто так соскочить. Ты вообще понимаешь, о чем я? Не. Огнестрел. Классический. Не чокаясь. Да что же это такое, а? Кто бы мог подумать, что путь к смерти может быть таким кайфовым? Крутой пацан. Стреляйте, я говорю, они же убьют тебя! А застраховаться кто-нибудь догадался?